9 марта в Сочи. В Сочи опять снежный пипец. Агава в снегу и примула с нарциссами в снегу. Что творится с погодой, непонятно. Просто какой-то ужас. Бедная примула вчера была под солнышком, а сегодня уже опять в снежном плену. Роза только начала выпускать свои розовенькие красные листочки. И все опять покрылось снегом. Такой был раскат грома. Где наш новый нарцисс? Хорошо, я его вчера немножко припрятала. Вот вам и 9 марта в Сочи. Коллапс так коллапс. Цветы и деревья опять в снежном плену. Мимоза наклонила свои ветки. Природа вместе с нами плачет. Где наш колокольчик? Два снежных колокольчика. Ау, солнышко, просыпайся. Март на дворе. Мы тебя ждем в Сочи.